И вижу я свет в конце туннеля. Так, я не есть, я не влезу. Идем обратно. Мы как раз во всей дальше посмотрим. А вон он идет. Он сейчас сюда, да. Здесь развилка. И вижу я свет в конце туннеля. Развилку сходку. Один в один туннель встанет, друг в другой. Нет, по центральке. А, можно. Ну, так, да. Идем. Можно сделать. А куда, налево, направо? Прямо тупик. Прямо тупик. Там первый бункер, Б3. И там... Здесь более короткая дорога. Ну, судя, я вижу, что в конце. На шипке нас палят только так, нахуй. А, Урбекс, а, Эстония, нахуй. Ну, поехали. Ну, да. Выход наверх, и все. Здесь, да? Угу. Да, больше ничего. А что здесь наверху? Засветить надо лестницу. А, блядь. Какой-то бункер там. Ебать, там лестница. Что, пойдем? Пойдем. Можно потом сходить. Здесь недалеко. Ну да, этот комплекс поменьше. Может. Табах. Ну и посуше здесь. И почище. Да-да-да. Ну еще да. И с охранком были. Металлюги не все выпилили. Вон, ты должен. Меня там, наверное, охранять, чтобы металлисты не пили. Ага. Чтоб сами тыкали там все пили. Так а что ты говоришь, нас на ошибки палят? Может, они даже наоборот играют на руку? Может быть, да. Что, Урбикс? У нас капитан, блядь, не шла. Ну, плюс они знают, что Урбикс не вандал. Ну да, кстати. Как бы... В Европе это все-таки более как-то организовано и цивилизовано. Да, это я заметил, блядь. Да, магай, вот сам. Ну, я думаю, что это все-таки под какие-нибудь страховые случаи подводят. Покиньте вас мог. А то они все запаяли, так будут хоть прийти. Смотри, что такого работа. Ну, видишь, тупик, да. Нет, там идет туннель куда-то. Да. Видно, кто-то копал. Или расчищал, чтобы воду спустить.
Ну да. Судя по следам, то что районится народу дохуя. Да. Блин, с одной стороны, за обувь даже не штрафует. Если ты доказываешь, что ты не вам. Ну да. Обычно отпускаешь. Так, а что с вами взять? Если с госсайтом не связано, как вот этот, ебать, вонючий бункер, так, по спинке, которого ебали. Здесь что, действующий? А если бы не был бы действующим, ну, было бы похуй. На следующий же день отпустили. Ну, только выяснили бы личность. Он вроде и на ошибку сфоткал. Эти, жандармы? Да. Может быть. Я видел, он на мою ошибку сфоткал. А-а-а. Так, а незаметно. Наверное, так погугивает, кто такие наши. А там написано, Чернобыль, блядь. Ага. Пару-тройку гособъектов. С разных сторон. Да? Понятно, ребята залезут куда угодно. Еще один бункер такой же. А? Бункер еще один такой же. Один с камерой? Да. А, очистная она. Еще один. И лестница. Ну что, поднимемся в бункер, посмотрим. Ну, вход здесь только один делал, наверное. А здесь не хочешь как вести его? Здесь наверняка начинаем. Да там нет еще провести. Там же 40 метров. Ладно. Увидимся наверху. А многие, у нас же тоже многие винты как бы либо интересуются, либо сами лазят. Здесь, да. Да это везде так. Я знаю подполковника из ГУ. Почему их особо так и не трогают? Ну, это же опять же, я тебе говорю, если ты докажешь свою принадлежность. Да. Курбиксон. Ой, вот мы наверху. Там еще один этаж. Да. Костя, твой. О, как раз сохранишься. Кровати. Не буду я так понял, как там. А? Кого-то каска не спасла. А вон эти пушки стоят подъемные. Ага. Ой, нихуя, прикинь. Чё? Он еще и смазки. Откручивается. А, он пулемет не тот. Это пулемет, блядь. Ну да, штырь крутит. Только пулемет снят. Ну как хули ты хотел? Так, я не ясь, я не влезу. А это вам колбат, блин, да? Так. Вот тут стоял пулемет. И прямо с этих окошек можно было стрелять. Видите, да? Конечно, жалко, что больше половины фоток будет в воздухе.
Франции. Судя по залу. Судя по залу, склады уже. А, это... Кухня опять. Я говорю, это склады какие-то. Как раз подошел, у меня сразу света хватило. Ну, электростанция что же расхабанена? Да. Я думал, будет круче. Причем, я говорю, ну тут пожар был. Ну, здесь да, конкретный. Видно, подожгли его. Ну, тебя кто бахил. Я думаю, что когда его обестачивали, ебануло проводку. Ну, когда начали рубить проводку, да. А? Трансформаторная была. Вай. А это ша то, что я думаю? Что? Я говорю, это ша то, что я думаю? Ну смотри. Ну ты же помнишь детские ша, буковки. А, ну да, только большого размера. Это может и гигантского. Здесь полики были. Ну, польский рубль был. Вот, смотри. Что ты взял, что здесь был польский урбикс? Вот это польский. А. Да, я думаю, что здесь, когда, ну, начали металл ебашить, тут просто все начало гореть. Либо просто не заморачивались, обжигали прямо здесь. Ну да, я тоже думаю, что обжигали прямо здесь, для того и бумаг. Был? Наверное. Или к тому бункеру, который мы видели. Ну да. Провода тоже горели, смотри, видно. Ну да, да, да. Ну да, наверх. Но лестница, я скажу, тоже хуёвая уже. Ну, как бы нормальная. Ёба! Ну, кстати, Антоха, даже огневые точки разные вообще. Там на самом верху, там просто пулемётные стоят. Если интересно, то только один вход. И все у них в этот комплекс. Антхо? Я тут не был еще. Ну, видишь? Не, я вот когда тебя увидел, блядь, у меня сердце ёкнуло нахуй. Я думал, ну пизда нахуй. Ну, ебнулся Антох. Ну, в смысле, прикинь, я... Сколько, я не знаю, сколько я там пролазил, увидел всю вот эту паутину тоннелей, думаю, ну его нахуй, блядь. Ну мы его успели по кругу пройти, нахуй, смотри, искали вход. Ага. Ну я доверился своему чутью, нахуй. Ну, я вышел по своим следам, по мокрым. Ну комплекс, даже, бля, побольше хавра, чем мы видели. Так и да, чутка.
Ну, скажем, где-то дизеля, по-моему, даже в самом первом были в лучшем сохранении. Ну да. Ну смотри тут. Довольно частое явление. 2002. То есть, ну. Народу шароебится много. Я думаю, в 2002 это были первооткрыватели вообще. 17-й год. Ну, это уже наше время. Значит, полики знают об этих бункерах. Ну да, блядь. А я все нервничал, что у меня объектов мало, нахуй. Левуха никому не нужно затушить. А? Левуха затушена. Угу. Закуска к пивасику. Закуска к пивасику. Бля, я не сразу помню, что тебя пошло. Ну да. Мы сюда забрасывались, ты хочешь сказать, что вечеринки закатывали? Воды вообще нет, мы даже вот под... Есть. Нет, под железной дорогой, вот камыга. Там, где я протискивался, там была вода. Да? Ну, здесь камыга хорошо работает. Да, там. Ну, дойдем до туда, как бы увидишь, и там тоже не все так гладко. Радужно, блядь. Да. Еще один подъем, наверное. Ага. И бункер какой-то там. Сейчас я тут... Посмотри, что. Печок? А, нет. Я думаю, там тоже. А нет, там проход есть должен. Нет. Да, тут конкретно. Горело, видно, сигарет горевший. Ну, либо чтобы попасть в помещение, выдвигали косяки, непонятно. Третье реле. А, здесь только ящики. Можете залезть посмотреть. Ну, не такой большой бункер. Да. Давай найдем вот там, где я влез. Ну, попробовать можно, по следам. Это нам надо ходить обратно. Да. Это сектор А. Нам надо сектор Б или цену на самый дальний. Я бы... Это представляешь, что плачет до 10 или до 91 года? Скорее всего, можно. Ну, крышняк, это съезжал. Я чего так сидеть под землей? 21-й год. Я видел, да? Ну, видишь, 2002 год, это на твой золотой век кто-то сюда попал. На какой? 2002. Да. То есть это только-только, когда все это прекратилось. В 2010 прекратилось. Ну, я, по-моему, Я тогда еще не лазил. Что-то интересное. Тут дохуя вот это. Влад, видишь, в каком году все бункера списали? В 2000 году. Ну, вот я говорю, что где-то в этих... В годах и началась вся вот эта вот милитари урбикс, можно так сказать, движуха. Он еще и по кругу идет. Еще одна длительная. Ну, судя по проводам. Тупик. Да, тупик.